К другим новостям. Накануне глава государства подписал указ о создании госадминистрации Днестровска. Она будет образована 1 октября этого года. Председателю правительства к этому времени будет представлена на утверждение кандидатура главы госадминистрации Днестровска. Он же будет занимать должность заместителя столичного главы. Бюджет города энергетиков будет сформирован в начале следующего года. Напомним, сейчас у Днестровска и Тирасполя одна казна. Кроме того, Евгений Шевчук поручил в течение 3 месяцев разработать проект границ города Днестровск и внести соответствующие изменения в картографическую документацию. Этот указ направлен на оптимизацию деятельности исполнительных органов власти и повышение эффективности государственного управления в Днестровске, отмечают в администрации президента. Документ был разработан после многочисленных обращений жителей города энергетиков в адрес главы государства.